Вот такая небольшая. Площадочка у нас здесь находится. Тут мы играем в футбол. И тут мы делаем физические упражнения. Ну что, ты идешь, нет? Разные тренажеры здесь есть. Вот, есть лыжи там дальше. Есть тренажер пресс качать. Есть отжиматься. Есть поднимать вес, сидя на лавочке. Вот такие вот лисицы у нас тут есть. О. Лисица. Что-то она смотрит вверх ногами. Ну, лисица. Вот такая футбольная площадка здесь находится. Вот она. Также есть баскетбольная площадочка небольшая. Стандарты те же самые, что и в баскетболе. Можно на лавочку присесть, отдохнуть и записать на видео. Такие красивые пейзажи здесь находятся. Высотные дома. И приземистый домик небольшой в европейском стиле. Такой вот. Во, сеньор Арсений будет сейчас. Чего? Че, уходим? Сей. Ну, мальчишки на тех воротах постоят, а мы тут побудем. Давай. Давай, не стесняйся. Ну вот они туда пошли. Давай, мы с тобой тут. Давай. Не. С твоей школы, да? Да, я... Так, как же запись, а? Ну туда, ближе к кругу, отойди. Вот. Оп. Опа. Ну надо же, гол забил. А говоришь, буцать не умеешь. Смотри, как буцаешь. О, видишь? В сетку попал. Давай. Давай прямо оттуда, с угла. Только подальше. Оп. Штанга. Вратарь Мадзила из команды Решето. Ну да, с угла, ага. О, видишь, куда улетела, аж за сетку.
Ты что, сам с собой играешь? Или со штангами? Штангист. Штанготыть. Опа. Я опять побежал. Заяц, ты у меня штанготыть. Тыть штангу раз, тыть штангу два. Давай оттуда. Ну. О, видишь, заколотил папки гул. Молодец. Давай. С разби. О, видишь, почти попал. Давай, бей оттуда. О, видишь, заколотил. Молодец. Давай туда. О, почти попал. Бей, я сниму. О, а ну еще разок. Ну давай разок. Заколоти гол. О, браво. Я вообще туда уехал.